Этот белый внедорожник паркуется здесь уже не первый раз. Хозяин для своей «Ласточки» облюбовал участок земли возле электроподстанции. Для него это удобная площадка для стоянки, пусть и в неположенном месте. Однако такое безответственное поведение автолюбителя сильно вредит природе и городу. Грязь зеленой зоны автомобиль вывозит на асфальт, а сквозь примятую землю не может пробиться ни одна травинка. Он стоит на газоне непосредственно в близости со стоянкой. То есть это два шага, и он может заехать, припарковаться, не нарушая правил. Но, тем не менее, его позиция такая, что ему на газоне удобнее стоять. После жалоб жителей во двор по адресу 6 просека 147 нагрянула проверка районной административной комиссии. Нарушение выявили сразу. Теперь недобросовестному автомобилисту грозит штраф. В административной комиссии промышленного района очень большую часть дел занимают как раз дела, связанные с размещением автомобилей на газонах. Нарушителю по данной статье очень такие штрафы, с моей точки зрения, наверное, все-таки серьезные. Предупреждение по этой статье вообще не предусмотрено. Минимальный штраф 1500. Через пару дворов картина становится еще более показательной. Из-за того, что легковушка паркуется не в положенном месте, бордюрный камень сильно разрушился. По словам специалиста, такие профилактические рейды проводятся часто. В основной категории регулярно рассматриваемых дел – размещение транспортных средств на газонах, парковка автомобилей, препятствующая сезонной уборке территории, нарушение тишины и покоя граждан в ночное и дневное время, несвоевременная очистка территории от мусора и другие. Свои обращения граждане могут направлять по электронной почте на сайт районной администрации, через платформу обратной связи на госуслугах, в социальных сетях или позвонить по телефону. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.